Около 160 водителей в ходе каждого рейда проверяют судебные приставы совместно с инспекторами ГИБДД. Патрули работают в разных районах города. Сегодня дежурили на перекрестке улиц Орлова-Чернышевского. Налоговые и коммунальные платежи, административные штрафы – вот основные виды задолженности, которые выявляют в ходе рейдов. В том числе это и средства, которые недополучает городской бюджет. Они могли бы пойти на решение важнейших для города социальных задач. Если выявляется такой, значит, должник по исполнительному производству, то мы предлагаем ему платить на месте, мы можем принять денежные средства. Если же денежных средств нет, то арестовываем имущество, находящееся на праве собственности у должника. Также может это быть либо видеорегистратор, навигатор в машине. Арест у нас производится по федеральному закону, если сумма долга превышает 3000 рублей. Если же акт описи составить невозможно, выдается требование явиться на прием к судебным приставам. В отношении злостных неплательщиков составляются протоколы по факту уклонения от исполнения административного наказания. За последнюю неделю в ходе таких выездов удалось на месте взыскать больше 30 тысяч рублей. Есть и факты ареста имущества. До конца августа рейды будут проходить два раза в неделю. Их главная задача не только взыскать задолженность, но и показать волокжанам, чем могут обернуться неоплаченные вовремя долги. Кстати, проверить себя может каждый с помощью банка данных исполнительных производств на сайте службы судебных приставов. Анна Богачева, Михаил Протасов, Вологда Портал.